это типа... Так, стоим. Он за углом сальтуху. Видели, как он красиво сальтуху сделал? Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Шлёпа, Васаби, Форум. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас крутецкая рубрика «Аниматроники пугают охранника», и тысячу лет я не играл роль аниматроника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. То есть я буду веселиться, а пацаны выживать. Погнали. Ой, ребята, сегодня я буду издеваться над ними как смогу, по-всякому. И еще хочу сказать, ребята, если у вас есть возможность, обязательно поставьте лайк и подпишитесь. Если возможности нет, я обижаться не буду. На самом деле буду я обижаться. Немножечко буду обижаться. Ну вот он, лох идет, лох. Вам слышно? Да. Сначала, ребята, мы будем делать очень простой режим. Это легкий пока что. Потом будет все хуже, хуже и хуже. А, вот это вы сейчас, ребята, зря открыли. Еще чуть-чуть, я бы вас всех убил. Прикольно. А, я могу дверь открывать? Надо, я не буду этого делать. Не надо. Да подождите, меня колбасит, у меня что-то перезарядка идет, анимат. Фиги, ее побьем. Она нас побьет скорее. А, ну давай, попробуй меня побить. Не надо. Давайте, я рискну. Тебе, я тебя положу быстрее. Я рискну. А, вот так, значит, ты со мной заговорил. Хорошо. Он не ушел бы, чё ты? Блин, выходи. Блин, еще чуть-чуть, ребята, я их убил. Один убежал. Да я по... Опа! Решил что, Чику побить монтировкой по жопе? Это у тебя не получится. Я не позволю этого делать. Эй, ах ты щенок, стоять, я кому говорю. Пацаны, я вижу, успевает, ну. Ладно, прям перед носом. А, вот еще один. Ты че, убийца, что ли? Ой, наверное, скорее всего, самоубийца. И вот отличнейшее настроение. Если вам нравятся ролики с вебкой, плюсик в комментариях. Если будет много плюсиков, значит, вебка больше никогда на канале пропадать не будет. Потому что, мне кажется, надо делать то, что нравится моим подписчикам. Правильно, пацаны, говорю? Правильно. Да. Так, ну что, давайте возьмем другого аниматроника. Я думал, ты скажешь, что так, поставьте много плюсиков, вебка больше на канале не будет появляться. Есть, я без звука вас убил. Вот так, ой, извини, просто так хотелось вас убить еще раз. Ай, блин, это круто. Как же давно не играл роль аниматроника. Блин, это настолько круто. Да вы что, вообще неадекватны? Вы что делаете? Я чувствую силу и мощь в себе. Пистолет возьмем. Кстати, вот этот звук, когда я говорю, замоньте его, слышно на всю карту? Да, слышно. Всё. Он возле туалетов. Так, ну что, включаем более сложнее роль. Намного сложнее. На отсюда кто-то зашел, что ли? Мне показалось. Мне показалось. Тебе показалось. Двин, калитка клацает сама. Пока тут. Никого. Ну что? Я иду, уже ж мощнее роль у нас. Иди. Дима, не вентиляция, не сзади, Дим. Ты чего? Стоять, я кому говорю. Ребята, я буду их мочить сильно. Нет, я форума сдал. Нет, где он? Так, есть. Почему гонялись? Форум мой друг. Так, надо внимательно смотреть, чтобы я никого не пропустил. А ты меня не найдешь. Ты уверен в своих словах полностью или нет? Да. Ну смотри, щенок. Потому что я уже обратно прибежал. Я тебя что, пропустил? Да. Блин, вы на что надеетесь, когда вы меня бьете монтировкой? Вы такие наивные челепиздрики. Охранники сегодня у нас какие-то неадекватные немножко. Я поверю. Аниматроники пугают неадекватных охранников. Пацаны, у вас жопы толстые. Застревали в вентиляции. Толстожопые охранники. А, Дима, я все, я пошел. Я, короче, гуляю в этом, возле сцены. Вот ты наивный, на кого ты вообще поверил? Он за углом стоит. Я за углом стою, круглого дома, давай. Я вижу его руки. Круглого дома нет угла. А я не могу невидимым вставать, представьте себе, еще невидимым. А может, гранат ему закинуть, там, типа... Есть! Стоять! Блин, это круто, говорю я еще раз вам. Так, все, я ухожу.
Я ухожу, я ухожу. Я сейчас позову своего друга, у меня есть очень такой злой друг. Это у нас... Во! Ну что, кто это? От Луна. Кстати, надо, наверное, нам, ребята, знаете, какую рубрику снять? Куда аниматроника по звуку? Мне кажется, это будет круто. Я ж не могу бить. Хорошо, сейчас я пойду. Это не тот друг. Это не тот. Так, Дим, наверное, жми. Наверное, жми. Да я все позвал. Я знаю, как им управлять. Не переживайте, не переживайте. Я бегу. Что там, калитка заела? Ах, ты хитрый какой. Он думаю... вентиляцию полез. Я вижу, я вижу. Ага, сейчас мы его будем чекать. Видели его там ноги вентиляции? Да ты меня сдал, Форум. А извини, ну ты постоянно хочешь, чтоб я тебя убивал. Ну, Форум, ты... Блин, это круто. Шлёпа, нет, иди в офис. Так, давайте. А кто еще у нас есть? Дурак, что ли? Дал поджопника и убежал? Хорошо. Хорошо. Я разозлился. Да, о, давайте возьмем Рокси. А Рокси быстрая. Че, вы боитесь ко мне сюда идти? Да, я боюсь. Да не бойся, не бойся. Ты мне ведь давал это, деньги на аренду пиццерии. Мне там достаточно на сдачу. Я там пару дробовиков арендовал. Ты че, гонишь? Какие дробовики? Ну, такие там, всякие вечестеры. Стоять! Стоять, щенок! Стоять, кому я говорю! Иди сюда! За хвост подергайте ее. А где он? Он же ж тут был. Я в мире Майнкрафта. Не успел, не успел. Ну, хорошая попытка у тебя была, довольно-таки неплохая. Хорошо. Так, все. Все, пацаны, я на зарядке стою. Тут возле ящиков зарядка, я стою и заряжаюсь. Да, Bluetooth. Во-во, смотрите, как заряжается. Все. Видите, анимация какая зарядки. Дима, ты слышал сейчас только что звук? Дим. Хорошо. А, это был звук дробовика. Да, винчестера. А, винчестер даже? Ну, мне кажется, он тебя не спасет, потому что... Так это на вампиров. Я очень... А я что, вампир, что ли? Я ж не вампир. А, Рокси, так кто это, волк? Волчара. Зарядка произведена успешно. Нет. Стоять, 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 стоять. Где-то. Все, я в комнате зашкерился, вы сейчас должны будете меня найти, где я зашкерился. Он в комнате, он в туалете, он в туалете. Он в туалете. Любимое место Димы. Смотрите, ванвей раскидка. А вы задрали? За углом. Ах ты, гранатометчик вонючий. Форум, я возил раскидку, я ему гранату закинул. Так, все, вы меня немножко поклоцали, теперь я покоцанный уже. А ты там покоцанный Рокси. И да, иду. Она слабая. А что она говорит? Кто может перенести? А скажи еще раз. Типа, я твоя любимая. Вот это у вас перевод. Один говорит, я тебя уничтожу, говорит, я твоя любимая. Нет, там она говорит, типа, ты уничтожишь. Нет, фейворит это любимый. Либо то, что я самая лучшая, я the best, типа... Так, стоим, стоим, стоим. Он за углом все это клипает. Видели, как он красиво сальтуху сделал? За углом стоит, говоришь? Да, я за углом стою. На сцене, возле сцены. А, возле сцены? Кассажоп. Да. Подожди. Ща. Не надо к нему идти, не надо к нему идти. Да блин, вы задали со своими гранатами. Кстати, это тот мод, когда я А, нет, жизнь не пополняется. Думаю, когда, знаете, я превращаюсь в другого. Поломанного или целого. А ты чё вообще тут ходишь? Это моя пиццерия, вы должны здесь сидеть. Это мой дом, я его ел. А, вот так, значит, ты сюда заговорил. Хорошо. А, ха-ха, я убегаю от вас. Отойди, отойди, щенок. Говорю, отойди, я говорю, щенок. Я дверь не могу открыть. Все, охранники заходят. Все, 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 давайте, как вы меня теперь убьете? Все. Кто-нибудь будет, ребята, подходить к двери, я буду мочить. А зачем нам подходить? Мы просто пойдем. Кстати, я не буду себе жизни пополнять, посмотрим, сможете вы меня убить или нет. Знаешь, у меня появилось, я сейчас пойду, тебя самору. Открой дверь на секунду. Давайте, если вы меня убьете сейчас в течение 3 минут, то вы будете победителями. Да. Да, можно использовать дверь, любое оружие, дверь. Кроме самых читерских. Красные гранаты нельзя и админский пистолет. Откройте дверь, откройте дверь.
подойди, не знаю, тихо. Ну чё, пацаны, я побеждаю. Стоять, мне надо выжить, я хочу победить сегодня. Дим, шары. Дим, прямо все можно использовать. Ну как, админское, читерское оружие нельзя, я же знаю, что ты уже, я даже догадываюсь, что ты хочешь использовать. Отлично. Ай, минута прошла, ребята. Еще 2 минуты у вас есть. Ай. Отлично, ребята, я сегодня не псих, я в ударе. Немножко, конечно, нервничаю, хочется затащить. Бейте R2 шары. R2 шары. А, R2 шары, да, возможно. Вы можете меня даже убить этими шарами. Ну, посмотрим. Стоит. Давайте ему бомбу закинь. Это сейчас шутка. Я стою за углом, давай, попробуй. Он не за углом, он в комнате с мангалом. Ай! Ай! 4000 хп. Твоюшка, лошматки! За углом? Еще минута, ребята, у вас еще есть 1 минута. Я надеюсь, у вас получится меня убить. Дима, можно бомбу взорвать? Так, нет, это нечестно будет, вы должны оружие меня убить. А у меня осталось 3500 жизней. Я надеюсь, у вас получится, давайте. Я верю в вас. А противотанковое орудие, это сейчас как оружие? Отлично, ребят, ну что, я зашкерился, и это удачно. У него 2000. Блин, у меня очень мало жизни, очень мало жизни. Где он? Вот он, в нашем коридоре. Он ушел. Буду перемещаться. Запершило в горле, буду перемещаться. Хочу затащить. Он там, куда кидает. Дима, вот и слабый, он нормальный. Да откуда вы постоянно знаете, где я нахожусь? Это же нечестно. Я ему на стыку. Блин, представляете, 8 секунд не хватило, чтобы победить. Форум хорош, брат. Короче, я хочу вам сказать одну новость. Я вам поддавался. Да, конечно, правда. Да я поддался вам, ну серьезно. Мы тебе дали форум в 2 минуты, чтобы ты... Ай, блин, это жесть. Да, это... Ход конем называется, Дим. Он скам. Какие у вас там кони были? Я вообще не понял. У вас же R2 шары были. А какие кони? У нас еще было, если что, в случае чего, противотанковое орудие как конь. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Как всегда, красота, лепота и много взрывов.